Добрый день. Подскажите, много народу здесь? Много. Много? Сколько ориентировок? Сотни человек. Сотни? Да. Сейчас переписывают список, там около 400 людей находится. Приходит 400 человек? Около 400 именно тут находятся, живут. А, в данный момент? Да. А где они все живут? Хотите, могу показать список. Давайте, покажите. Сейчас я буду бережем генератор, чтобы вечером и утром мы могли кормить под светом людей. У нас 12 комнат. Вот первая. Смотрите. Здрасте. Как у вас тут дела? Отлично. Просто супер, да? Да. Понятно. С едой что у вас? С едой отлично. Кормят два раза. Серьезно? Да. Горяченькая, вчера вкусный суп был. Это шутка? Не, вполне серьезно. Кормят, готовят, вкусно готовят. У нас есть повара, здесь находятся за углом, на костре готовим. Ничего себе. Понятно. Нет, тут и администрация хорошая. Скажите, что за установка? Да, не подушки, покрывалки. Не знаю. Да, тут тоже, да. Так, понятно. Здрасте. Здравствуйте. Как вы поживаете? Выживаем. Еда есть у вас тут? Покормят нас утром, вечером. Да, серьезно? Здорово. А где детвора? Вот в этом здании? Много. А где можно все? А, вот там здесь. Илюша, все. Даша. Илюша и Даша. Это мои. Бежать. Понятно. Пройтись можно там? Разбиваюсь. Что-что? Там разбиваюсь. Разбиваюсь. А, разбиваюсь. Не понял. Привет. Привет. Как дела? Говори. За этих фонарей я не вижу, кто. За этих фонарей не вижу. Идем. Здесь 400 человек находится. Здрасте. Ого. Как у вас дела? Нормально. Они здесь давно, здесь с самого начала месяца. Ого, двое. Да. У вас родственников нигде в России нет? Нет. В Донецке, может? Нету нигде вообще. Да, понятно.